Дорогие друзья, всем привет! И сегодня я еще хочу рассказать об одном замечательном продукте, который я получила в подарок. Это маковое масло. Я не понимала, для чего его нужно вообще применять. И начала изучать. Ну, во-первых, маковое масло – это природный антистресс, который влияет благотворно не только на вашу нервную систему, но и состояние сердца. А применять при бессоннице, невралгии, стрессах, вызванных чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками, стенокардию, мигрень, синдром хронической усталости. На себе испробовала, вот поверьте мне, что когда я не могла заснуть, я буквально две капельки вот этого масла на язычок. Все, спала как убитая. Применяется и наружно, и внутренне. Во-первых, обалденный состав химический этого макового масла. Он содержит пальмитиновую и олеиновые кислоты, бета-каротин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12. В общем, то, что необходимо для нашего организма. Витамин D, витамин Е, витамин H, магний, цинк, селен, медь, марганец, кальций, железо, фосфор, натрий. В общем, всю таблицу Менделеева. А также применяется в косметологии по уходу за кожей. Друзья, аптечка на дому. Маковое масло, которое вас спасет от разных заболеваний, от нервных, от бессонницы. Так что очень рекомендую. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И вы узнаете много для себя полезной и нужной информации. Целую всех!